О, пацаны. Как вы и хотели. Так, я думаю, можно удалить эту запись, где на 7 минут 22 секунды. P есть. Кстати, ребят, я тут что-то на днях подумал. А что за 160p, 144p? То есть откуда они взялись? Я не просто не совсем понимаю. Просто если, например, брать разницу между 720p и 1080p, там разница в полтора раза. У них наибольший общий делитель. Ладно, забейте, я чё... Я хотел сейчас хуйню сморозить. Да не-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 не. Я просто, понимаете, я даже решил, блядь, из-за того, что я с трех часов не мог... Понимаете, я с трех часов валяюсь в постели, трех часов дня, и не мог уснуть, блядь. Я, правда, вставал еще на 15 минут писать заявление на перенос отпуска, но... Ой, блядь. Блядь, пиздец, как же башка болит. А мне еще и отпуск. Короче, все, пизда. Пизда. Ну... Уёбки. Определенные, блядь, не сделали, блядь, заявление. Блять, уже хоть. Да. Нормальным вариантом будет, блять, не работать в следующую неделю, блять, по. Да ёбаный ты. Бесишь, блять. Запускаем. Кстати, блять, из банки пепер пить вкуснее, чем из, блять, вот этой хуйни. Я не знаю, как это, блять, работает. Почему, блять, если вылить пепер из банки, у него, блять, совершенно другой вкус становится? Что, короче, еще хотел рассказать, почему я сегодня не спал. Я, короче, нечаянно, блядь, листая пикабу. А, что такое? А, да, пипегу, пацаны, пипегу. Сейчас сделаем пипегу. Пипега! Да нет, это, блядь, это бред. Я имею в виду реально какие-то, именно вкус реально другой, как будто бы... Потому что ты не так ее вводишь. Так. Отпусти меня, ебучий скайп. Так, пипега. Что нужно для пипеги? TeamViewer. TeamViewer. Подключаем TeamViewer. Разрешить. Начать. Свойства. Выбираем другое окно. Да. Выбираем вот это. Вот это. Теперь включаем. Так, где я? Кто я?
Ага, вот скамья. Пацаны, что еще, короче, хотел сегодня рассказать, почему я сегодня не спал. Я начал, короче, читать новую мангу, которую случайно, на которую нечаянно наткнулся на Пикабу. И я был уверен, что таких сюжетов, о которых я, может, честно сказать, мечтал, вообще никто не делал, потому что они бредовые сюжеты. Манга называется... Блять, я не знаю, это лучше, конечно, более художественно перевести ее как «Порожденный бездной», но она называется правильно «Созданный бездной», вот так вот, если кто смотрел или читал, говорят, анимеха есть. Я просто с детства мечтал о каком-нибудь ебанутом сюжете, типа, когда где герои в течение, да, долгого времени поднимаются на какую-нибудь длиннющую башню или спускаются в какую-нибудь огромную яму гигантскую, и это реально долгий такой сюжет насыщенный про подъем на какую-нибудь или спуск на гигантскую какую-нибудь глубину. Да, это про маленькую девочку. И либо идут по какому-нибудь туннелю, и там, короче, всякая хуйня невиданная происходит, и, короче, вся тайна там в конце. И, блядь, реально это, блядь, манга, посвященная спуску в самую глубокую дыру во вселенной. Да, я там себе спойлернул то, что это типа «Игры престолов», там ближе к там какому-то моменту. Но, блять, я как увидел реально этот сюжет, я не... Паш, ну, блять, тебе делать нехуй. О, блять. Поехали. Сколько это получается? 25 860. Вот. Я просто я к анимешке даже не прикоснусь. Я знаю, я у меня горький опыт, я рассказывал. Не буду поднимать эту тему. Так, спускаемся дальше вниз и идем дальше. Для улучшения бла-бла-бла. Nail Smith для улучшения Shrepid Nail за 250 гео. А, к кузнецу идем, короче. Я верю, только я буду оригинал читать. У меня одного сейчас проглючил звук, ребят, в игре. А, да, кстати, я все-таки пользуюсь кнопками на геймпаде, так что да, я все правильно делаю. Город слез. Так мы же вроде уже в него вошли. Да не. Понимаете, тут игра в стиле платформеров, так что можно себе позволить играть с крестовины. Все-таки вот эта бесконечная война между соском и крестовиной, которая длилась еще со времен Atari 2600 и второго поколения консолей, она все-таки были... В итоге победили стики, а не стрелочки. Стрелочки сейчас второстепенную функцию выполняют. Но без них все еще никак, к счастью. Но когда речь идет о платформерах, все-таки стрелочки лучше. Точнее, сосочек, он раньше правильно называется джойстик. Помните, знаете, вот такие вот джойстики были огромные, в которых сейчас до сих пор файтинги играют. Еще один гвоздь на заточку принес. Оставь его на земле и возвращайся позже, если, конечно, выживешь. А? О, прости, я принял тебя за кое-кого еще. Как его там? Из Асторы. Он, короче, прошло, видимо, после третьего Dark Souls еще 50 тысяч лет, он превратился в жука, но я уже про это рассказывал.
Да, мне кажется, крестовина идеально. Не, на самом деле тут дело привычки, но... Я хз, вот именно в Hollow Knight тут... Вот... Нет. Да, Соли Разосто... Нет, не сам, бро. Из Катарины. Нет, это... Из Асторы. Тот, который луковый рыцарь, это из этой Катарины. А кузнец он из Асторы. Вот он, короче, перед нами сейчас, потому что я напомню, игру делал фанат Dark Souls и Bloodborne. А точнее, нет, игру делал фанат Dark Souls, рисовал фанат Bloodborne. Да, Андрей из Асторы. Кузнец Гвоздей, да, ну вот он я, ну очень люблю. Что, кузнец? Тебе нужен кузнец гвоздей? Да, но вот он я. Не очень люблю болтать, но если тебе нужно подлатать гвоздь, то ты по адресу. Твой гвоздь в довольно печальном состоянии. Он точно не моей работы, но все же каждое оружие, даже такое запущенное, можно вернуть к жизни. Было бы навык и сноровка. Если хочешь, я могу перековать твой гвоздь, он станет более смертоносным. Как будто бы у меня, блядь, есть выбор. Джунша. Блядь, мигрень, пиздец. Надеюсь, я часов 12 посижу. Здорово, Павтеров. Городелла Кори. Получай, перековка завершена. Я зачел лезвие этого гвоздя, теперь он намного сильнее, чем был раньше. Иди, опробуй его на своих недругах. Так как продвигаюсь. Как есть, в принципе, так и продвигаюсь. То есть тут... я это все уже проходил, то есть тут никаких проблем быть вообще не может. Да, я помню так. Ты решил пройти No Hit Run? Часов 9, наверное. Что такое глаз Souls мод? Ну, наверное, значит, тогда часов 10. Кто такой Маркот? Кто уебан? Что происходит? О чем вы? РНГ, я не знаю, что такое РНГ. Так, дальше, соответственно, пункт номер 3. Соберите реликвию Халлоу Сия на строительных лесах. Посетите реликвию Лейм Даст Гео. Блять, хоть бы реально мне хуёво не стало, пока еще держусь. Пойду таблетку от головы выпью, я надеюсь, она где-то есть. Серьезно, это пиздец. Да. По Гуиду на 112%. Я уже, блядь, пробовал играть без гайда. Все закончилось очень плохо.
Да, сейчас, короче, я буду играть по чьим-нибудь советам, игра и рестарт, пойдет четвертый рестарт. Да. Я вас понял, да, я уж попробовал, и все закончилось рестартом, после 12 часов игры. Мне наконец-то игра начала нравиться, после того, как я нашел нормальный буги. Блять, в какой точке я нахожусь? Не-не-не-не, короче, знаете, ребят, я не по гайду прохожу, у меня, короче, уже игру один раз проходил, и когда я ее, короче, проходил, я себе на ноутбуке записывал в блокнот, у меня блокнот, короче, открыт, то, где, куда и как надо идти, то есть по своему собственному опыту у меня записано, и я сейчас просто не в том состоянии, чтобы вспоминать из головы сейчас вытаскивать все эти знания. Мне сейчас за... Блять... Короче, я не помню, как эта хрень правильно называется. По-моему, да. И по-моему... Ой, блять, я упал. Да, я понял, да, и... Я представляю, кто-нибудь на спидране вот так вот объебется с этим лифтом, попробует на скорость в него запрыгнуть и... Ой. Твою мать, как я это сделал? Да, ёбаный баран, блин. Не могу я меньше дэшиться. Мне нравится дэшиться. Ой, блядь, началось. Ой, хорошо. Ой, приятно. Ай! Твою дэшную мать. Да-да-да-да-да. Припоминаю. И... Ой, Сука! Знаете, мне это что сейчас напомнило? Когда ты играешь в Left 4 Dead с кем-нибудь, а нет, с ботами, и тебе, короче, в момент, когда на тебя прыгает Хантер, вот это залупа. В тот момент, короче, когда на тебя прыгает Хантер, тебе, короче, бот дает таблетки, у тебя оружие меняется на таблетки. Вот сейчас, например, то же самое у меня ощущение возникло. Вроде, ну, не прям, бесит, но, блин, неприятно. Это, блядь, какой он здоровый! Мне нужно клемму. Он чуть ниже. Я помню. Борисон Киен. А это кто? Так, в поисках древности, да, ничего тут не трогай, это моя коллекция, я не буду продавать ее грязным мелким скитальцам. Но я полагаю, в своих странствиях тебе повстречалось много интересных вещиц, можешь продать мне палочку, а то я хорошо за них заплачу. Tell me, Arcus.
Блять, только не видишь, что тут по одной надо продавать? Денег странно, этого добра в королевстве просто навал, но я люблю расшифровывать их на досуге. Читаешь, узнаешь уже наши вещи, кажется, почти все исследования руин Холмнеста плохо кончили. Многое за ними недавно, их за их пещеры же достаточно, с другой стороны, сомневаюсь, что тебе за них кто-то еще не видел. Велми Артрид. А, да, ребят, вопрос, очень важный вопрос чату. Кто знает немецкий? На хотя бы таком среднем уровне. Artred. Ты знаешь о пяти великих рыцарях королевства? Они почитаются наравне со святыми и часто упоминаются... Я не буду читать это слово. Истории королевства, но только сообща и никогда поодиночке. Их имена и обличия, кажется, полностью затерлись из истории. Неважно. Я, кстати, не по центру сижу. Время прошло с тех пор, что узнать их настоящие имена было бы великим открытием. Так что, никто вообще немецкий не знает? Устный. Еще одна печать колонны, сдавай ее сюда. Ах, я обожаю их собирать. Ты на каждого из них так мало... На каждого, так, впрочем, блестя, не на славу. Татуша, мне, короче, нужно понимать, что говорят эти жуки, потому что я вчера методом научного тыка выяснил, что они, у них у всех фразы на немецком. Впрочем, блестят они на славу. И с чистой художественной точки зрения нет ничего плохого, чтобы насладиться их красотой. Кажется, у тебя с собой нет ничего интересного, если найдешь какие-нибудь древности, проси и запустите на сцену качество гейм. Да, но вчера я, блядь, услышал немецкую фразу. У, блять, по-моему, то ли Гота, то ли Гмот, не помню, как его зовут. А еще здесь есть персонаж, который говорит «я-я». Не хватает только на тюрлих. Так. Далее. Дальше, короче, идем с речиткой. На лицо прям словил. Как боженька. Не в смысле боженька на лицо словил, а в смысле... блять, вы поняли. Сука. Браво!
Сейчас, подождите, мы не все здесь. О, я выпил таблетку голы, теперь я просто хочу спать. Как приятно. Ладно, я буду, знаете, как Наполеон или Цезарь, делать два дня одновременно. Я буду дремать и стримить одновременно. Самый сонливый стрим на планете сейчас, короче, официально объявляю. Кто там полчаса идет? Каком вы? Деньга улетела. Да что ж меня прям тянет на лицо-то, а? Им сесть. Что сказал? Один шоткат. Блин, я же не помню, когда в последний раз играл в игру, которой можно было по стенам забираться. По-моему, блять, это был Мегамин Зеро. Если кто вообще знает такую херню, кто лезет для Game Boy Advance. Ой, я знаю это место. Ой, блять, ой, мой любимый босс для вы. Ой, ща весело, блядь, будет. Ой, ну не прям сейчас. Ой. Оп, как я умею. Спецракерская старта. Так. Чё, пацаны, выдвижная скамейка за 150 гривен? Неплохая семейная обстановка. После всех этих запутанных естественных пещер не находишь. Согласен, дождь придает всему этому оттенок грусти, но архитектура города просто поражает. Рисовать карты этого места задача не из легких, хотя я уже почти закончил. Может быть, ты хочешь купить копию моего последнего наброска? Покупаем. Далее, соответственно. Идите налево в городское... Иди налево в городские кладовые. Если Зод спасен в Гринпассе, встреча с ним. Отключу шар. Как
У меня что, чат встал на одном месте? Он это любит делать. А, не, все нормально. Даро. Эй, смотри, куда прешь магрица. Я не хочу, чтобы меня забрызгали. И без того, мне стоило трудов великих остаться здесь сухим. Я могу сжечь великий славу рыцарь. Если я хочу быть сухим, то так и будет. Проклинаю этот грустный город. О, не-не-не, у него рот, короче, такой формы. Сейчас я попробую. Проклинаю этот грустный город. То вода, то чудище валится сверху. Неудивительно, что королевство пришло в упадок. Они тебе уже встречались, стражники, что до сих пор патрулируют улицы города даже после смерти? Ха, нет ничего хорошего в том, чтобы быть сверх меры преданным своему делу. Они тебе уже встречались? Как же он заебал ныть. Шоткаш. Так, сейчас супер важно. Журнал странника берем. Кстати, кто реально не верит, что у меня открыт какой-то самописный гайд, могу показать тетрадку. Где у меня на 15 страниц расписан гайд для прохождения Дума на 100% 2016 года, который... Блять. Шо деньги большие там от 5 и выше любят падать вот в такие вот места? Ач! Спасибо. Вот так. Надо выше. Да скорее, у меня на самом деле один листик с алхимией. Блять, я представляю, как я этот листик, блять, буду читать где-нибудь в VR, блять, он у меня будет валяться где-нибудь на подоконнике, блять. Я буду подходить либо сквозь камеру, которая прям на шлеме, смотреть черно-белую, либо, я не знаю, снимать шлем придется. Смотреть, блять, а что у меня там было, там как это... Это хуеверть. Здрасте. Привет, проект. Тут, кстати, какой-то лифт. Приятно. Дневник старика. Yes. Блядь, что за лифт? Давайте. Купаем. Мне просто интересно, куда он идет. Так. Поехали! О, я знаю это место. Поехали обратно. Типа шоткат, да? Бля, как приятно денег получить от этого денег все.
А, блять, раздавит. Кстати, он если там внизу стоять, он может раздавить нахуй. Поехали в грязьмут. Здорово, черт. Бля, знаешь, создание, ты легко управляешь гвоздем. Если ты честно обоит, то в этой дыре ты не найдешь ни одного достойного воина. Слышал, где-то есть коллизия, место, созданное для нас с тобой. Встретимся там и посмотрим, кто на что способен. Я скоро спущусь вниз, найди меня там, коль хватит духу. Касето. Халю, нет, какие испытания ждут разбавленных его. Касето. Куэно. Ну, если вы за него заголосуете, то да, но, блядь, я просто боюсь, что мне дыхалки не хватит выйти из, блядь, первой пещеры. Надеюсь, ты не очень разочарован нашим городком путешественник. Тут теперь много мрачного, но раньше гостей встречали более приветливо. Так, вход в королевство был запрещен очень давно, после какого-то великого бедствия почти все врата закрыли, но через наш старый колодец еще можно пролезть туда. Многие годы этот колодец служил входом в руины, так... Туда попадали все, кто не попадет, странники, воры, путешественники. И ведь мало кто из них вернулся назад, уже они нашли то, что искали. Не такой уж я и наивный, и всех сожрали без сомнений. В этих глубинах кроется бесчестная опасность! Так. Странник вроде тебя бы сейчас становится постелец, Хамонеста, наверное, хотят жить на ее богатствах, кто знает, должно быть их там целые горы. Город находится в самом центре королевства, хотя я слышал, что ворота запечатаны, пробраться туда нелегко. Если кому-нибудь удалось вернуться оттуда хоть столикой добра, то он прослыл богачом. Мало кому на моей памяти удалось вернуться оттуда, опасное место стало быть. Акала. Вальше смог, так, все. Валюсь, да? Так, сейчас самое важное, то, что я каким-то образом умудрился проебать при прошлом прохождении. Во-первых, осколок маски за пятихаточку. Так. Патмасчио! И черепочек. Для магии. Патмасчио! Блять, пожалуйста. Пожалуйста. Фух, блять. Мне надо поднять цену этой команды. Срочно. I've crossed deserts on camelback, and I've filled the halls of folklore with things I'd rather we forget. I could sweep you off the streets of the city. Наших землях степь, речь и совесть на плечах, пусть все гордятся в лучах вашего величия, греются в лучах вашего величия, ведь только в этом королевстве могли возникнуть такие, как вы. But this dark room, every call. I roamed without my boots on. I raced without my horse. And then I ate my horse's meat straight from my horse's bones. 'Cause this dog must roam alone. О, артиллерийное кольцо, пацаны. Так у меня на него, походу, места нет. You can shoot me in the mountains, in the cold fat rain. We can do it in the countryside as we walk the plain. Give us any closure. All cowboys need to trust that this time.
For both of us. This in a lonely town, and what I wouldn't give to have a friend around. We could trade in all bullets and buy a patch of dust. This town might just be big enough. Туда ведь можно добраться, да? For all of us. С этими командами пока что хватит. Мне надо. Так, нет, нет, вокзал не здесь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, твой. Ба-ба! О, еще одна печать получилась. Можно заебать вот этим, мне интересно. Так, нет, скорее всего, я только вас этим заебу. Какой вопрос? Какой вопрос? Про Skyrim VR я ответил. Так, там городские склады, по-моему, да. Блять, им... Сука. Gathering Swarm. Купить. За 300. Обратно в Грейзмут. Я проебал. Мне кажется, туда и надо. Так.
поправил трусы. Поехали дальше. Ай, куда? Патмос, чё? Чё это такое? Вот что, например, это такой пещер, позвольте, что такое. Ну, на самом деле... Блять, а ведь полезная хуйня, тем более у меня только одна ячейка. Но я потом привыкну к этой хуйне и... Блять, а где мне на нее нафармить-то? Ладно, я не знаю, зачем я это записал, но, блять, если я это записал, значит реально важная хуйня, это нужно делать сейчас. Давайте на этих уродов больших нафармим. 141 гео мне надо. Мне нравится, что как только заиграла песня, в чат сразу замолчал. Хотя как обычно. Вчера, кстати, смотрел повтор Карамельного, когда он проходил, короче, спидран по первому ДСу. Там чат, короче, был со скоростью где-то 5 сообщений в минуту. Он такой: «Чат, чё вы такой неактивный?» Я такой: «Блин, эх, брат, мне б твои проблемы». Ну, естественно, блять, именно туда, естественно. Простой ключ. Тот самый. Я бы даже сказал, простофильный. Сколько я нафармил сейчас? Ах, скучаю я поэтому по... гнезду паучьему. Там такая приятная атмосфера была. Несложная, причем лок по сравнению, блять, с этими телепортерами ебаными. О, вот это ты, брат, зря сделал. Thank you.
Прям по темечку ему настучал. Так, еще 30. Ой. На тайминг поймал, зараза. Хорош. Когда я успел первую банку? Ваше здоровье. Чио? Убираем. Купили. Идем. А, извините. Чат вас тоже касается. Так, реликвию Холониста взяли. Поспасаем лихинку. Теперь заново фармить придется все. Но по крайней мере деньги я ни разу еще не проебывал. Я не помню, сколько раз я вообще умирал за это прохождение. Не спать. Я дотянусь здесь вообще?
дотянулся. Так, идем к папе свину. Я не знаю, почему я его называю папа свин, мне просто нравится это название. Гусеничек. Что-то очень няшное я подобрал. Благодарность спасенных гусеничек восполняет душу при получении урона. Ёб твою мать. Это реально полезнее той хуйни, которую я сейчас ношу. Все, серьезно. И кусочек маски. Блять, если у меня сейчас на скоро будет 6 хп, я не знаю, блять, я, наверное, вскроюсь, блять. Я больше половины игры прошел в прошлый раз, у меня ни одного плюс хп не было. Используя прыжок со стены, чтобы добраться до босса Бродвин... Бро... Кто, блядь? Осколок маски. Что? А, этот осколок маски. Пригодится. Обучение.
Так, меня пугает такое количество душ в одном месте. Засранец вонючий. Блять, еще и здесь. Ну, слава богу, это самое начало игры. Ладно. Давайте аккуратно поиграем. Ага, когда он пускает много, можно его убить. Можно ли как-то сократить внутри него? Не, нельзя. Да, блять.
Гений. От этого вообще уворачиваться. Там, блядь, просто стена летит на тебя. Через него, что ли, прыгать? Чё, она какая-то больно крепкая, зараза. Я его просто во всех возможных позах покрутил, он все еще дышит. Бля, я придумал еще один вариант сейф скама, но я не буду это делать. Короче, перед смертью, когда остается одно хп, ты понимаешь, что ты не выиграешь, блядь, выходить из игры. И лоудить сейф с сохранением гео, блядь. Но это слишком. Не, серьезно, а что делать вот в такие моменты? Короче, помог чисто расстрел. Помог мне. Охуеть. Получено достижение. Защищенный. Пиздец. Начало игры, шестая жизнь. Пиздец. Чем я, блять, в прошлом прохождении занимался, я не понимаю. Нет, я понимаю, чем я в прошлом прохождении занимался, я не понимаю, почему я этим занимался. Испытание Гуама.
Ёпт. Кстати, я не понимаю, что это такое. Это кассета или... Что это? Это ж кассета плеерная. Почему на ней что-то написано? Кто-нибудь не может объяснить, почему он так выглядит? Что это вообще? Магнитофона у нас нет. Можно сказать да. Технически, с точки зрения механики, я уже прошел намного дальше. Ну как намного? На чуть-чуть. Но тем не менее, дальше. Но вообще это меньше 25% сейчас вот у меня. Процентов 20, наверное, пройдено сейчас. Понимаете, мне до сих пор я не могу поверить в то, что у меня 6 хп. 6. Карл. И это уже 5-й осколок маски у меня пошел. Осколков маски я собрал 3. 3, Карл. Сейчас уже 5-й пошел. На этом этапе. Так. Наверное, единственное, что у меня было больше в предыдущем прохождении, это то, что я меч на плюс 2 качнул, на плюс 1 качнул. Это единственное, чего в прошлый раз у меня было больше, чем сейчас. Новый диалог с девочкой. Может, с ней поговорить. О, приветик, ты все еще здесь? Почему бы не составить мне компанию? В этой породе богатств хватит на всех, осталось их только добыть. А те кристаллы вообще кучу гео стоят, но у меня предчувствие, что поглубже в шахтах есть еще что-то более ценное. Прямо в воздухе витает, ха-ха-ха. Буду рада, если присоединишься, тут на всех хватит. Ну или если не хочешь копать, можешь просто сесть рядом и подпевать.
она долбит одну точку. Причем там даже трещин не появляется. Так, и... Еще, короче, ехать будем. Блять, 6 хп. Ай, я куда-то не туда приперся. Здорово. Чё, как здесь? Эх, блядь, не ассистент, ты всё ещё катаешься на рогачах, как трогательно. Настоящий вон сам... идет в бой, ему не нужны всякие там удобства. Оставь меня еще Колизей, я и так уже потерял кучу времени, блуждая по этим проклятым трактам. Сано. Блять, ебаный Dark Souls. Гору. Так. Городские склады. Пойдемте. Еще мой любимый мини-босс сейчас будет. Но 6 хп я чувствую себя уже просто бессмертным. Всего их, по-моему, будет 9 кп максимум. Плюс броня это 11. Это, блять, я не знаю. Это реально как бессмертный. Ауч. А, я, кажется, понял. Это, блядь, очки нарисованы на бумажке. Обидно. Откройте шаткат через пролом в стене, мини-босс Soul Warrior в верхней части первой комнаты. Заебись, а ключа-то нету? И где я его мог проебать? А, пролом в стене. Извините.
ёб твою... Вот, вот как вот реально до этого догадаться? Вот, вот насколько надо реально быть глазастым ублюдком, чтобы вот реально понять? Да-да-да, я помню, здесь будет мини-босс. А еще больше можно уродов? Два выстрела мимо. Время в них надо настрюливать. Зараза такая. Наш разум до сих пор ограничен. Запись АБА. Как нам прорвать сдерживающие путы? Возможно ли достичь совершенства? Котейка проснулся. Смотрел на меня как на говно и дальше спать. Вообще про этого мини-босса. Булдовый шоткат на самом деле, я даже не знаю, может напрямую быстрее идти. Нечий шоткат этот. Через низ. Хоть там и враги есть, но, блять. Мне надо плиты ебучие ждать.
Пиздас! Просто два выстрела в молоко подряд. Сейчас, кстати, ведь еще босс будет, поэтому лучше вернуться. Чару спел твистер с верхней части области. Босс Soul Master для заклинания пустынного погрушения из Desolate Dive. Здесь нет никакого шотката. Шоткатом. Четыре удара всего надо. Проблем, я не знаю, создают прям пипец. Еще один шоткат. Их двое. Thank you.
еще должна быть чара Спил Твистер. Я вроде ничего сейчас не подбирал. Искатель заклинаний. Улучшает навыки носителя в области заклинаний, дабы использовать заветное желание всех в святилище душ, овладеть тайнами души. Позволяет расход меньше душ на заклинание. А выстрел считается заклинанием в данном случае? Ладно, давайте будем пытаться убить босса с глубоким проникновением. Сюкин сын. С первого трая. На опыте. Обустрашающее пике. Я знаю крутое пике. Быстро нажимаете, короче, полупробивание. Соберите сундук с Гео, реликвии Халунеста и Ликинку. На пути в святилище душ. Thank you.
Бабуси. Думаю, нет. Так. Зараза. Тот момент, когда он реально пошел. Я своих самых сложных боссов убиваю с первого трая, блядь. Вот он как бы момент, когда все уже, игра точно будет пройдена нормально. Нет. А, вот ртутушечка здесь. Так, теперь мне не хватает душ, чтобы снять. Блять, теперь я не страдаю, да, теперь, видимо, неинтересно. Теперь у меня максимум 2-3 трая на босса. Это неправильно, Сникерс, он слишком мало умирает в этой игре, да? Почти фу. Так. Так, печать Холоунеста и Литинку надо. Это заметно. Не, ну тебе, блин, в 6 утра встать, блин, хотя время только 10:30, господи. А, какой клуб? 11 еще нету, еще можно шуметь официально. Ай-яй-яй. Блять, нормальная игра, я просто... Понимаешь, я просто не нашел свою стезю, поэтому кажется, что игра говно, так-то она заебись. Не надо игру винить в том, что я долбоеб. Она в этом точно не виновата. Все, давайте в Дирмут, блядь. Съебываем отсюда. Бабосики.
Да, блять, это просто я долбоёб. Ща, мы, понимаешь, мы пройдем, когда уже более-менее, тогда... Суки, попить не дают. Будет норм, как классический платформер. Это, конечно, не Метроид. Метроид легче, с моральной точки зрения. Хуяк, продакшн. Да, ты бред несешь. Все-таки, блин, есть платформер, я не знаю, Аладдин какой-нибудь, а есть платформер, я не знаю, реально, Метроид. Небо и земля. Метроид — это уже следующее поколение игр. Да, не похоже. Понятное дело, что они будут чем-то похожи. Тем, что, например, скорее всего, и там надо махать мечом каким-нибудь. Бля, я надеюсь, мне реально на пусть РГГ выпадет какой-нибудь Метроид. Только, блядь, я надеюсь, не на Game Boy Color. Блин, если будет возможность мне помашнить, я даже намашню на свою любимую игру, метроидовскую. Которую я ни разу не прошел без сейф-стейтов. А, хотя не, вру, прошел. Там изъяло. Я тебе больше скажу, такие лифты даже... Это лифты из Bloodborne почти, что только там надо на кнопку вставать, а тут нужно бить по, не знаю, по яйцу, свисающему с неба. Понятное дело, что в таком жанре что-то радикально новое сделать трудно. Его уже весь обсосали, уже и, блядь, и двойные прыжки, и тройные прыжки, и... Где мой тапок? И, блядь, ползание по стенам, и, блядь, и дэш, и хуеш, и... Дима Валова. Нет, я игру делал, именно механику делал фанат Dark Souls. А рисовал игру фанат Bloodborne, это, блядь, однозначно. Это чувствуется, блядь, почти в каждой текстуре. Йолоно, туговис. Это лишь... Видишь, что высокий девушек? Это лишь подножие огромного пика. Внутри нее прячутся шахты, механизмы и многие разные ценные минералы. Многие путешественники приезжают в Грязьмут лишь за этим. Акала, эмтуно. Чё у картёжников? Папа надо. Всё распродали. Нет. Не-не-не-не. А, хотя... Это вас чё? Ладно. Ой, нет, не хватает мне еще больше динамики. Не хочу в Боши играть, не хочу.
Я ненавижу игры, где прям чисто тупо на реакцию надо играть. Типа этих. Я не знаю, секира. Нет, ну секира, конечно, не на реакцию, но... Блять, какая же она, блядь, спина мозговая. Аж бейс. Ауч. Как вспомню, аж трясет, как говорится. Ну, для меня это уже как игра на реакции идет. Я тут-то не особо улавливаю, а там-то вообще пиздец на этом был. Возможно, поэтому я никогда в жизни не пройду больше. Не потому, что не смогу, а не потому, что не хочу. Шеста надо теперь. Ах он, сука. А почему-то, когда ты все время пишешь Dead Cells, все время мне представляется Селестия. Я не знаю почему, хотя это, по-моему, совершенно разные игры. Что-то Селестия чистая игра для спецракеров, а Dead Cells, по-моему, более такая адекватная. Это пошла. Еще 66 надо. О, 56, 56. Посидим. Паскуденыш. Совсем залип. Так, вроде нормально.
Ой! Поехали, СЖ. За лампой, короче. Патмос, чё? А, сейчас мне еще 120 гео понадобится. Забытое перепутье, земляная тропа. По-моему, вот это. Блять, зачем там два сиденья? Неужели как-то было изначально задумано, что можно вдвоем играть? Блин, ну серьезно, в игре не предусмотрен какой-нибудь кооп режим? Нужно 120 гео. Деньги вообще не копятся. Ну, вроде как хорошо, но вроде как и плохо. Им нужно еще 43. А где все? Круто.
еще 18. Так, кстати, ребят, играем до 12, просто я после стрима хочу поспать. Думаю, надеюсь, вам хватит. Ты же меня слышишь, значит, еще не спишь. По возможности наберу побольше денег. Что я не знаю, что меня ждет дальше. Ей нужно все 120. Вчера погружение. Марибо, ох, бля. Ты меня напугал. Привет, привет, входи, сладенький, входи и будь как дома. Меня зовут Салюбра, а мой уютный магазин амулетов. Скажи, тебе напрыгали местные жители? Да? Славная деревенька, правда, теплая, душевная, полна жизни. О чем мы разговаривали? Ах да, амулеты, вижу, у тебя уже своя коллекция прекрасная. Я покажу тебе кое-что из своей. Если какой-нибудь амулет тебе приглянется, можешь забрать свой. Себе, себе. Блять, нихуя себе. Купите чару погружения. За 120. Ой, ебать. Вот это на самом деле полезная срань в сражении с боссами, но это полезнее. Теперь я буду знать, что у нее продаются все эти штуки. Будет куда деньги тратить. Так. Еще можно будет надеть. Очень хочется артиллерсар надеть, вот серьезно. Еще один новый диалог с Милой. А, вот они где. Товарищ. Нихуя себе! Я думал, там какая-нибудь, блин, мелочь какая-нибудь вокруг меня будет. Какие шипы вылезли. Не, ну Blade Mail это круто.
Ничего не скажешь. Ой. Идем к Миле. Что-то она устала, походу. Похороните панцирь мой, спрячьте под землей. Но для чего нам тьма? Вот я, на смысла в этом нет. Стану здесь я ждать, пока к нам не вернется свет. Похороните панцирь, спрячьте под землей. Тьма, вот я. Опасен, смысла нет, вернется свет. Что-то надо было ее вытаскивать отсюда за шкирку. Ой, нет, не сюда. Я аж подумал, это я умер. А. Мне ж пробить пол надо. Пожалуйста, не здесь. Магии-то нема. Полетели.
кристальный, неважно. Необходимо, не обязательно, войдите в темную комнату и заплатите плату за ворот 50 геобрат на перекресток. Посетите скамью внизу. Так, ну это походу в самый... А, нет, не в самый. Нормально так. Если этих ребят бить прямо по лицу, значит урон проходит. Это хорошо. Почти. Еще 3-4 минутки посижу. Сегодня и точно хватит. Вообще что-то сижу, как не знаю что. Да, зараза. Блин, я помню, как я эти 50 гео я фармил каким-то, блядь, чудом здесь, чтобы открыть эти сраные ворота. Примерское же ощущение, у меня так было. Хочу взять тухлое яйцо. Яичко. Так, а там что? А, ничего. Так, теперь надо дойти до скамеечки. Thank you.
Зря я сюда спустился. Херахнуть босса, чтобы получить скамейку. Великолепно. А, нет. Сначала у Карнифера купить карту. Размер этой горы поражает. Правда, я от кого-то слышал, что там в самом венце есть площадка. Сам-то я туда не полезу. Небольшой любитель высоты. Купить? Что-то он прям мало говорит в этот раз. О, там мчатся. Кстати, я так и не представился. Да, поношу извинения. Когда так много времени проводишь один в компании собственных мыслей, нередко забываешь приличия. Меня зовут Карнифер, и сколько себя помню, я всегда любил следовать миру. Представь себе, как только я вылупился, то сразу же убежал смотреть по сторонам, оставив свою мамашу с братьями и сестрами недоумевать. Именно поэтому при первой же возможности я со своей женой переехал в грязь. В такое огромное королевство для исследований только выйти за порог. Да, кто бы смог устоять? Ладно, не буду тебя задерживать, если удача благословит. Встретимся снова, будь осторожен, прощай. Чоколе, керек, пис. Не так давно я порезался об один из этих приставов. Их там тьма, и все такие острые. Поднимайся аккуратно, смотри, куда идешь. Чоколе. Бля. На писечке играл. Ключ... А, ключ лавочника, извините. Так, ладно, ребят, давайте все-таки. Я хотел на самом деле сейчас закончить, и, пожалуй, я так и сделаю. Я просто думал, я не с первого трая убью этого босса. Думаю, хватит. Выложу сразу запись на YouTube этого стрима. Не, в любом случае нормально поиграли. Я даже, давайте скажу, примерно... Мне все еще примерно кажется, что в районе 20% пройдено. От 112, то есть от DLC включительно. В общем, ребят, всем огромное спасибо, что смотрели. Всем удачи. Сегодня, к сожалению, стримов не будет. Я работаю. Будет завтра. В общем, всем удачи и всех благ.